Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала, подписчики. Хотел бы с вами поговорить на такую тему, как олигархическая система, которая убивает Украину. Эта система убивает все, что можно в Украине, любое благое дело. Считают, что только победив олигархическую систему и ее представителей, олигархов, Украина может тогда ли что-то начать развиваться. Это не значит, что все будет потом хорошо или плохо, но это будет лишь тогда только старт. Сейчас же олигархическая система не дает развития Украине, так как все жизневажные органы государства, от экономической, социальной, политической, правоохранительной, все оккупировано олигархами. Олигархической системой, как паутиной. Эта паутина уничтожает все движения государства в лучшую сторону. Считают, что пока будет существовать в Украине олигархическая система, ничего не будет хорошего тут. Считают, что Украина, по сути, идет ко дну. Это происходит иногда медленно, но иногда быстрее. Но все время ко дну. Ко дну, ко дну и ко дну. С каждым днем мы все ближе и ближе к финалу. Увы, финалом может оказаться то, что такой страны, как Украина, может не стать. И это может быть причиной внутренних или внешних каких-то факторов. Считают, что все зависит от украинского народа. Если украинский народ поймет, что истинный враг внутренний, и объединится и начнет протестовать или как можно выразиться ли против олигархической системы, барахтаться, значит сопротивляться этому всему, только тогда может быть улучшение. Иначе мы все, по сути, можем погибнуть. Кто не погибнет, тот будет прислуживать новым господам. И эти господа будут, мне кажется, во многом хуже, чем даже эти олигархи, которые сейчас. Внешне Украина, если попадет полностью, по факту, под внешнее управление РФ, или вообще будет оккупирована Российской Федерацией, это будет гибель. Считают, что только борьба с олигархической системой, объединение украинского народа над идеей улучшение качества жизни, не каких-то там идей, которые разделяют, а единой идеи улучшения качества жизни, улучшения во всех сферах, социальной, политической, экономической. Это и есть та цель, которая может объединить украинский народ. Иначе такого государства, как Украина, может не стать. Она попросту рассыпется.
Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, высказывайте свое мнение.